Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим вкусный сырный пирог на тесте фило. Для этого нам понадобится 3 вида сыра. У меня сулугуни, фета и адыгейский. 180-200 грамм сливочного растопленного масла и тесто фило. Первым делом надо подготовить сыр. Друзья, сыр готов. Сейчас обмазываем форму топленым сливочным маслом. Листы теста кладем так, чтобы края выходили за границы формы. Каждый слой обмазываем растопленным сливочным маслом. Тесто фило очень быстро высыхает. Поэтому я рекомендую прикрыть тесто влажным полотенцем. Обмазываем также и края. У меня 10 листов теста фило. Я 5 листов, каждый отдельно, смазываю маслом. Выкладываю нижнюю часть, потом туда же выкладываю сыр. И сверху закрываю остальными 5, также смазывая каждый лист отдельно. В конце края складываем внутрь. Сверху тоже смазываем маслом. Моя подруга порекомендовала разрезать на порционные куски в сыром виде. И это правильно, так как в готовом виде очень трудно, потому что фило очень хрустящее и ломается. Дальше ставим заранее разогретую духовку на 180-190 градусов. Когда корочка подрумянилась, достаем. Берем одно яйцо, 100 мг молока, взбиваем и выливаем на пирог. Так пирог получается нежнее. Отправляем наш пирог еще минут на 10-15 в духовку. Все, друзья, наш сырный пирог на тесте фило готов. Подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Будет много интересного!